пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Так, всем привет, народ. И тут стало известно, что Ulefone объявляет о распродаже смартфонов 2016 года. Со скидкой, накидкой, ну, понятное дело, накинули 300 баксов, скинули 301 бакс. Круто. И сейчас посмотрим, чего тут у нас, однако. Компания Ulefone сообщила об акции, в рамках которой любой желающий сможет приобрести безрамочный смартфон Ulefone Future со скидкой в 50 баксов. Время предложения ограничено. Купить флагман Ulefone в интернет-магазине AliExpress по сниженной цене можно до 9 сентября. Кроме того, в рамках сентябрьской акции со скидкой можно также приобрести цельнометаллический Ulefone Metal с 3 гигабайтами ОЗУ, музыкальный Ulefone Vienna с аудиочипом NXP Smart Audio PA и Ulefone Power с мощным аккумулятором емкостью в 6050 мА. Последним представителем компании смартфоном стал Ulefone Future. Разработчики оснастили его 5,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 2,5D стеклом с аккумулятором 3000 мА, а также с 8-ядерным процессором Mediatek Helio P10MT6755 с тактовой частотой 1,95 ГГц и графическим ускорителем Mali T860. Смартфон также получил 4 ГБ ОЗУ и 32 ПЗУ с возможностью расширения до 128 ГБ при помощи microSD-карты. А также 16-мегапиксельная камера F2.0, цветовая LED-вспышка и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Ulefone Future с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth работает на Android 6.0 Marshmallow. Кроме того, устройство также оснастили сканером отпечатка пальцев, расположенным под кнопкой включения на боковой грани. Датчики приближения и освещенности, а также микрогироскопом. Также у нас тут габариты смартфона составляют 73,5 мм по ширине, 151,5 по высоте, 8,6 мм толщина. Вес 185 граммов. Ulefone Future. Вот такие вот у нас новости, ребятки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.